Аарон Джексон, раскрепощенный на площадке и в жизни, любит уличный стиль одежды и свой гардероб, а главный аксессуар – кроссовки. Эй, как жизнь? Я Аарон Джексон, защитник московского ЦСКА. Это мое жилище. Также известное, как мой штаб. Также известное, как моя обитель. В общем, заходите, я вам кое-что покажу. Итак, мы у меня дома. И сейчас заглянем в мой гардероб. У меня тут куча крутых кроссовок, но в остальном, как вы видите, я не слишком заморачиваюсь по одежде. Но вот об обуви я всегда забочусь в первую очередь. К счастью, в Москве с магазинами проблем нет. Пойдем со мной. Так, тут моя ванная. Не переживайте, вас это не касается, это для моих подруг. Ага, а это мой шкаф. Я называю его шкаф для прогулок, потому что тут можно ходить, крутиться, ну и вообще. Тут у меня куча всего, много одежды от ЦСКА, куртки, толстовки, спортивные штаны. Дизайнерской одеждой и модными брендами не увлекаюсь. Я стараюсь одеваться просто, в уличном стиле. Иногда хочется одеть что-то понаряднее. Тогда я беру рубашки на пуговицах, пытаюсь разнообразить все это какими-нибудь деталями. Например, одеваю хорошие часы. Изредка могу одеть свитер, если хочу спокойно провести вечер и где-нибудь посидеть. Тут у меня кое-какие кепки, которые я ношу. Вот это вот говорит обо мне все. Настоящий плохиш. Здесь у меня зал славы. Тут я храню своих малышей. Многие из этих кроссовок я даже никогда не одевал, так что хоть подошву целуй. Да, тут у меня кроссовки изгоя, они в зал славы не попали. Первым делом я определяюсь с кроссовками, а остальное выбираю уже под них. Мой стиль — это городской образ с примесью хип-хопа. Можно сказать, что я пытаюсь одеваться, как обычные люди на улице. Но выглядеть при этом хорошо и все-таки не слишком хорошо, чтобы одежда была простой и не броской. Как вы видите, у меня есть свой стиль, в котором я чувствую себя комфортно и который люблю. Я всегда ношу только то, что мне нравится. Но есть такая поговорка: оказавшись в Риме, попробуй римское. Сейчас я в новой для себя стране, так что я принимаю ваше приглашение отправиться в магазин и примерить что-нибудь свежее. Надеюсь, мне пойдет. Хотя откуда я могу знать, пойдет мне или нет, я вообще без понятия. Короче, давайте посмотрим, что там для меня приготовили. Yeah, smoking in London while the snow fall. In another country, so pardon me for the roll call. Damn, who would have thought the fan base was this immense? On the first fucking train in Paris, so part of my French show sold out. Fans in line, even though it's cold out. Yeah, touring Europe, getting Swiss cheese. Many said I'd never attain it. Now I'm like, bitch, please, what up? Allow me to open up the verse with something so diverse. Let the flow immerse. Hold up, watch it disperse. Visions of Biggie, Big L, and Tupac just looking at me. From the gates of heaven, while the police booking at me. Open your mental, while bitches give me brain with no dental. Y'all probably think I'm crazy for touching this instrumental. Shout out my cousin Ego, he knows. Симпатичная кепочка. Вернуться домой с одной девушкой или вернуться домой с двумя девушками? Нет, моя все-таки нравится мне больше. Мы приготовили несколько классических образов, предлагаем тебе пометить. Хорошо. Вот неплохой прикид. Давайте глянем, как он будет смотреться на мне. Mm-hmm.
все! Поглядите, как хорошо я смотрюсь! Да, я хорош. Неплохо, неплохо. Но для выхода в свет стоит попробовать что-нибудь другое. Да, вот он мой цвет. Будет убойно. Этот вариант нравится мне больше. В самый раз, чтобы познакомиться с какой-нибудь куколкой. Пропустим с ней стаканчик-другой, позаигрываем. Я посмотрю ей в глаза, она опустит взгляд на мою бабочку, и мы поедем ко мне домой. Да этот наряд сам просто кричит: «Давай поедем ко мне». Я здорово выгляжу. Мне нравится. Может, на выходных мне иногда стоит одевать что-то подобное. Конечно, я все еще верен своему стилю, но этот наряд мне определенно идет. Посмотрим, удастся ли мне с кем-нибудь познакомиться.